Здравствуйте! 22 февраля, 12-й лунный день, день Будды. В этот день результаты благих и неблагих поступков увеличатся в тысячи раз. День благоприятен для молитв, духовной практики, замаливания грехов, привода невестки в дом, усмирения преступных элементов, разрешения тяжбы. В этот день велика вероятность краж и разбоев, падежа скота, утери имущества, задуманное осуществится с трудом. Неблагоприятен для медицины и операций, прошений важных дел. День благоприятен для людей, родившихся в год овцы, обезьяны, курицы и змеи. Неблагоприятен годам тигра и зайца. В этот день в Иволгинском дацане продолжится хурал Мунлам Чемо, посвященный 15 деяниям Будды. Начало в 9:00. Будьте внимательны.